Почувствовать себя регулировщиком движения на оживленном перекрестке, познакомиться с друзьями людей на страже безопасности и просто весело провести время за спортивными играми смогли ученики вторых классов Щелковского лицея. Увлекательное мероприятие для ребят организовали сотрудники межмуниципального управления МВД России «Щелковское». Всероссийская акция «Зарядка» со стражем порядка проходит в Щелковском городском парке. Сейчас для учеников районных школ показательное выступление проводят сотрудники кинологической службы. Также ребят ожидает множество интересных конкурсов, веселая спортивная эстафета. Помимо кинологов, перед ребятами выступили сотрудники патрульно-постовой службы. Работники органов правопорядка подготовили увлекательную программу с показательными выступлениями и конкурсами, рассказав ученикам вторых классов Щелковского лицея о работе правоохранительных органов и правилах безопасности дорожного движения. Также ребята смогли принять участие в энергичной эстафете. Первостепенная наша задача – это приобщить детей к здоровому образу жизни, чтобы они любили спорт. Также мы хотим показать, какие существуют службы в полиции. Возможно, кто-нибудь из этих детей придет в наши ряды и будет также служить. Мне очень понравилось, как собака находила в сумках наркотики. Потом, как показывали поймать вора. Очень были интересные эстафеты. И мне понравилось, как тренируют собак с кинологом. Я хочу тренировать собак, быть кинологом. Я пошел работать в полицию. Когда с собаками их дрессировали, как их дрессируют. Даже погладить можно было. После окончания эстафеты победители получили призы, ну и главный сюрприз. В завершении встречи ребятам разрешили поближе познакомиться с полицейским транспортом, что вызвало у подрастающего поколения ну просто море восторга. Больше всего мне было интересно сесть на мотоцикл и просто побибикать. Александра Гранич, Валерий Жиглейкель, радиокомпания «Щелково».